Ну, справа челики могут тоже бежать уже. Так, у тебя документы, магазины и боты, да? Хим-контейнеры, магазины, камера, LGS. Бежит, бежит, бежит. Я ее пропустил, он сюда прошел за контейнер. Как знал прям. Я одного видел. Вот я посмотрел. Тоже МП-7. Только магазинчики твои интересуют, чел. Еще у нас. Дальше, ПР. Там же пистолет какой-то вроде. Я сейчас патроны лучше закину, пойду. И свой MPX этот выкину. MP7. Я думал, ты деньги снимаешь в банкомат. У нас на складе. У меня бежит еще один. Двое. Я бегу обратно. Пробегает мимо здания. За углом справа. Возможно, дальше уже ушел. Подвал, наверное, да. Я дальше патроны заряжать. Там их выплевывает пипец просто. Я слышу свое дыхание супер громкое в шлеме в этом. По улице, да? Да. Нет, подвал. Вдоль здания по улице, он на тот же угол бежит. Так же сзади, как уходил, видимо. Да, да. Я дальше патроны заряжать. А, нет. Он собрал жетон? А, ну с того пистолетчика, я понял. А, они же мимо оттуда бежали. I find you and I'll kill you. Он походу за стеной. Нету? Mm-mm. Куда он делся? Так резко. Вот он. Мысли? Да. Я попал ему в голову. Как сказал Буянов, если тебе кажется, что ты попал, но кто-то не умер, значит ты не попал. Челобот уже походу тут стоял. Да, да. Где это химическое? А, вот оно ж.
Нихера себе, крыса сидит. Первый раз вижу такое. Блять. Сучара. Голову меня прострелил, блин, через эту, через будку. Капец. Реально первый раз такое вижу. Ну как будем там, я тебе покажу, потому что я не смогу это объяснить. Так. А где твой дружочек? А, ходит, ходит. А дружочек убегает быстрее! Ценные по карманам затырил. По-любому, по-любому, я за ним. По коням. Вот сучара. Бежит прям, блядь, на шифте от меня. Давай, давай, кустик, преодолей его. Хорошо. Готов. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. И Тетрис он по карманам ныкал. Конь, биткоин, кот. Ну, такое, ладно. А у первого что? Ну, этот биткоин хотел спасти определенно. Ну да. ГП монетка у второго. Ну, пойдет. Что ты там говорил? Дверь уже. Зашел. Эти, где ящики? На ящиках внутри. А лево на кассе. Били меня. Затылок. Да-да-да. Блять, самолет летит как не вовремя. Там крыса за ящиком сидела просто. Сзади? Пробежал я ее, получается? Да. Так он сидел, если не шевелился, как там найдешь его. Все еще сидит.
Кстати, гжелька у типа. Тебе взять? Давай. Бля, кто-то еще ширкается. Сюка. Не пробил я его. Да, да сидел он там, ширкался рядом со мной. Все это время. Капец, у него броня хорошая. 300 урона. Съела. Сидит и сидит в кусту там. Да, дробовик на бронебойк. Но это очень сильный игрок. Ёб твою мать, обожаю эту карту. А чё, мне знаешь, как это было? Дальше, честно скажу, понятия не имею. Блять! Я вижу, вы его и всё! Кило, что ли? Походу, да. Готов, 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 готов. Ух ты! Не обидит он. Ёпты. Кстати, да. Потому что это снайпер, это же элита. Гениальный квест, конечно. Побежал смертник такой. Угу. Блять. Стаминка-то выбилась. А, я так же бежал. Сразу влево во враг упал. Писал? Да. Что, дайте аптеку? Надо к выходу бежать. Пока у меня зеленка действует. Он тут меня не убьет, честно, надеюсь, пока я тут за оружием с ним схожу. Да вроде уже все. Гениальный квест, капец, просто лучший самый в Таркове. Закладываю. О, а тут, кстати, пасхалка. Возле этого ящика-то. Я что-то раньше не видел даже ее. Что там? А помнишь мем, типа, Дратути? Пес такой, типа, как будто на дереве. Нет. Это потом скину. Я пропустил. Ага, главному уже подбегает. Двое. Что? Слева. Двое слева по центру, ты живой? Нет. Меня каким-то рассинхроном убило, походу. О-о-о! Чего? Тебя убили? Нет, я живой. Там читак. Это да, чит. 7 попаданий в грудь. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.